Предприятия машиностроительной отрасли поддержат развитие массового добровольного донорства. Соответствующее соглашение заключено между Тверской областной клинической больницей и Тверским региональным отделением Союза машиностроителей России. Подписание состоялось во вторник. Репортаж с места событий. Андрей Добров на протяжении 5 лет регулярно приходит в областную больницу сдавать кровь. Это уже 30-й раз. Лучше здоровье для меня. Вот я даю, мне лучше. Раз в 2 месяца. Иногда в полгода. Доноров среди работников Тверского вагонзавода много. Помочь людям. Вторая отрицательная всегда девчонка нужна. В смысле работникам и всем. По примеру коллег стать донором решил и Михаил. У молодого человека достаточно редкая группа крови. 4-я положительная. Взял пример просто с ребят. Группа крови довольно-таки редкая. Поэтому решил пойти сдавать. Медики подчеркивают, что потребность в крови сегодня возрастает. Сейчас практически ничего не утилизируем. Вся кровь разбирается. У нас заготовка идет порядка 110 литров в месяц. Тверские вагоностроители составляют основу Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России. Подписание соглашения этой организации с областной клинической больницей даст возможность сотрудникам ТВЗ и других предприятий стать причастными к масштабному движению. Добровольное донорство – это очень важно. Сейчас, допустим, Союз машиностроителей Тверского регионального – больше 1100 человек. Порядка где-то 700 человек являются донором именно здесь. Мы будем привлекать и другие. У нас есть филиалы и в Торжке, и в Ржеве, и часть предприятий. В 2019 году делегация Тверского вагоностроительного завода под эгидой Союза машиностроителей России приняла участие во всероссийской акции «Донорская суббота», которая проходила в Москве. Эта акция станет примером для других машиностроительных предприятий, но на территории своего региона. Это шаг доброй воли со стороны машиностроителей. Во-первых, это люди организованные, постоянно обследуются, постоянно проходят диспансеризацию. Мы заинтересованы работать с организованными структурами, чтобы мы знали доноров от и до. И если подключится союз машиностроителей, ну это еще дополнительные сотни и сотни спасенных жизней. В ближайшем будущем среди коллективов заводов в Тверской области будут проводиться массовые донорские акции. Это станет основой развития корпоративного донорства и пропаганды здорового образа жизни.